Всем привет, ребят, с вами Аку! Посмотрите, какую маечку. Какая у меня маечка? Мне прислали маечку, а? Как вам? Зацените. Жесткая, да? Смотрите. Просто я Шварценеггер. В общем, ребята, сейчас мы будем играть в Weekend League, да, сегодня я вот уже стрим подрубаю. И заходят люди на стрим, чтобы... Что? Конечно же, бездонатная Weekend League. Вам очень нравится, ребята, смотрите ролики по Weekend League, поэтому мы их делаем для вас. Йоу! Да! Weekend League на бездонат. Сегодня я чувствую, поставлю рекорд. У меня рекорд пока 9 побед. Но я настолько заряжен, по мне видно просто. Настолько заряжен, что сегодня минимум 10 побед. По-любому 10 побед. А чуйка, как вы знаете, у меня великолепно работает. По-любому десяточка. Десяточка, йоу, почти десятка, йоу. Ладно, по ссылочке в описании переходите на мой телеграм-канал. Там много чего интересного, поэтому заходите. Также анонсы стримов в моем телеграм-канале. По ссылке в описании. Если ты хочешь приобрести новую EFC-25, EFC-Points, монеты, все это можешь приобрести у Дмитрия Ефремова, магазины Дмитрия Ефремова, по ссылочке в описании проходи. Если скажешь, что пришел от меня, получишь скидку в 10%. Дмитрий Ефремов, по ссылке в описании. Игры, подписки, EFC-Points абсолютно на любые платформы. Дмитрий Ефремов, по ссылке в описании. Лучший продавец монет EFC-25. Покупай только надежных у Дмитрия Ефремова. По ссылке в описании. Что думаете, сегодня сколько побед сделал? Ну что, сколько побед сделал, говорю? Hello! Бонжур, ёпта! Акул, твоя любимая карта FIFA. Ты ебаный, в футболе одна и та же карта. Ворота справа, ворота слева. Посередине круг начинается там этот. Одно и то же. Они уже не апгрейдят эту карту 100 лет точно. В смысле, а что, можно другую? А, ну 5 на 5 другая карта. Да, поменьше, согласен. Йоу, собрали! Собрали Ди Лоренцо на бизнес аккаунт. Давайте посмотрим, какие статки у него даже. Не смотрел за статки. Но он вписывается нам в состав. Ди Лоренцо. Ну, кстати, неплохие статки. Все, поехали играть уже. Я в четвертом виде. Молодец. Поздравляю, блядь. Найс, опять, блядь, не видно название клуба, как против кого я играю. Видно только состав. Ну и на этом спасибо, блядь. Поехали. Найс, кстати, радар. Найс, радар, блядь, долба. Чем я сейчас сегодня в сауну сходил, пиздец. Я сижу и думаю, блядь, как же мне кайфово после сауны. Меня вообще раскимарило что-то. Тебе как земляку скидку сделали на машину? Да, китайская машина, а не казахская. Но скидку сделали, кстати. Скидку сделали. Ну, конечно, он засейвит. Допы первые же сразу на втором матче. Пиздец. Я на пенальти фалил. Сука. Как мне повезло сейчас. Отскакиваем. Опа! На! Кик-оффная сработала, первый гол! Кик-оффная, что нахуй? Аж все, камера зависла, блядь. Сама FIFA в ахуе, блядь, что мы с кик-оффного забили. Ну все. Big Russian Boss, что ли? Пиздец! А, вот это я ошибся, блядь. Это пенальти, блядь. Ну как я гол пропустил, сука. Йоу, девяточка, йоу. Девяточка, йоу. Центр. Пошел на. Прочитан. Йоу, йоу, шестерочка, йоу. Девяточка, йоу! Центр. Бля, иди на. Ай, сука! Нет! Как? Бля, нет, сука!
Хорошо. Центр, 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 центр. Да! Пау! Пау! Хорош. Вот это, блядь, тащили на... Вот это называется катка за... Лайк, если даже не знал, что Хан из Форсажа любит фифу играть. Че, серьезно? Куртойс, Эдер Милитау, Ван Диджи Кей, Фода, Нунис, Диас, Кьеза. Уже стартанули лучше, чем Дима Фаворит. Он 0-2 стартанул. Мы 1-1. Гризи! Еб... Сайт. Просто навесим. О! На, блядь! Тамори! Не хуже Ван Дайк сейчас забил гол. Под новое промо, новый промик. На, блядь! Запиздиться. А, значит и так. Я понял, блядь! Ты сам спровоцировал меня на эту хуйню. Поехали. А где удар? О, пенальти. Отлично. Йоу, как же карма быстро тебя наказала, братанчик. А? Ах, эть. Вот что это за пас? Пи***ц. Но это чисто косяк Тамори. Это чисто... Я не знаю, это ужаснейший пас сейчас был. Пи***ц какой хуйовый. На. Гризман, спасибо, что ты исправил ситуацию, но это пи***ц. Мы два кик-оффных забили, бля. Вот у него горит жопа. Он не может кик-оффные, он не умеет их контрить. На самом деле очень легко контрить такие кик-оффные, но он их не контрит. На. Соналду арендованный. Сколько у него матча осталось, сейчас как раз посмотрим. 4 матча. Супер саб. А, все уже, конец матча. Какую психушку? Вы что, угораете? Вы что, угораете? Акул, знал, что в Казахстане есть вода Асу? Асу. Так я про нее постоянно говорю. Гудманг сидит часто у всех на стримах и сам не стримит. Стримах? Честно вам скажу, да, вот. Там, как бы другие стримеры не говорили, как им тяжело стримить. Супер легко. Что такого, блядь? Это не видос записать, где надо его смонтировать, там, думать, какие-то эмоции выдавать. Сидишь, блядь, просто хуйню и играешь в фифу. Ладно, может быть, устаешь? Постоянно неси хуйню. Я сразу удар нажал, блядь. Пиздец, я сразу удар нажал, он... Вот так завис, блядь, долбёб. Предлагаю каждую неделю на выходные уезжать в Питер, чтобы отыграть вейлспингом. Хорошая идея, кстати, реально. Или в Дубай. В Дубае тоже пинг 5. Я хуй. Адама Трауре. Адама Трауре, это я чисто. Похож? Пиздец. Он что-то знает. Пи***ц, так и гол забил, а? Это мета. Пока все хуй***. 2-0. 0-2. На нахуй. Чурам. Чурам. Все, что я сделал, это на R1 сейчас прошел. Как в 14 FIFA. На. Вот это красиво. А хуй на вратарем вышел. На хуй. А. Ну-ка. Хорошо. 3-2. Я лучше. Хорошо. Ливай с позором. Так, ну что, 90 минута. Лол. Я выиграл. Короче, пошли мы в басту. Ну, похвали там, туда-сюда. Выходим, и он говорит... Чувак, странный шоу на басте есть. Но мы начали угорать, типа люди в черном. Ха-х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 а-
Я так разъебал это. Накинь стиль сыгранности футбиком. Йоу! Вы стилевые! Вы стилевые! Ага! Йоу! Йоу, вы лучшие ребята! Угу. Выглядит пи***то. Все, накинул. Нормально? Ну, после этого мы пошли с ним к нему в отель. Он начал раздеваться. Это и потом трогать себя нежно. Это очень нежно, и он просил просто смотреть и не присоединяться. Ему нужно было внимание. Не было такого. Осуждаю, не было такого. Ой, охуенно сработало! Дилборит! Спасибо, блядь. 10-5 закончил, хорош. Бля, как будто так даже комфортнее мяч контролировать. О нет, некомфортней. Бля, что я сделал? Ну какого хуя? Вот зачем я это делаю? Вот зачем я это сделал, бля? Фууу. Ебать. Я просто отскочил. Мне так повезло сейчас. Чемпионский отскок, да, согласен. 7-8 будет. Ебать состав. Фулл рарный состав. Я уже его боюсь. Поехали. Уже у него коннект лучше, блять. Он успел до моего кик-оффного добежать. Давай. На нахуй. Фу, блять. Фух, сейчас хорошо было. В ближечку. Он потный. Хорошо. Пиздец. Нет. Ахуй. Ладно. Забил все-таки. Вот видите, он успевает, блядь. Какого хуя? Бля, он крутится. Пиздец. Крутится, крутится. Найс! Сука, блядь! Хочется восьмую победку уже сейчас. Отлично! Ближечку. Уже сил нету что-то комментировать. Пиздец, очень потно. Я понимаю, что это еще не конец. Выиграл! Хорошо. 8-3. Ты жесткий. Ладно, поехали. А, пики не дают, да, за эти? За 8 побед пиков не дают. Давай, пожалуйста. О, солипа! Неплохо. Солипа. Давай, здесь. Волкаут. О. Алисон. Эдерсон. Алисон. Ну, похож на... Алисон, да. Алисон. О, Вирц! Или Вирц, стой. Алисон Бейкер. Так, набор с 5 редкими, 83 плюс. О! Женщина, блядь, сразу расстроился. Новые промы, я даже не знаю, что за новые. Трейбл Барберс какие-то. Понятно. О! Нихуя себе, двойной трэбл базер. Ох, ебать. Нихуя себе этот стенвей стоит, ты чё, ебанул? Это потому что я только промо вышла. Поехали, next. Это волкаут 100%. ФРВ, Польша, 88-й Левандовский. Фодер. Ибо у него перк с воротами. А, это парашют. Так, 86, давай. Информ. Информ, ЦОП. Ла Лига. Кто это? Я не знаю, кто это. Барселона. Кто-то пиздец, может быть. Педри. О, это может быть дорого, кстати. Это может быть дорого, и это в основу пойдет. Блять, Квиксел. Так, набор с базовым героем максимально 88. Ехал. Пожалуйста. Кто же это? Кто же это, блять? Пожалуйста, пиздец. Пожалуйста, Франция, ПП. Уже хорошо. Женаля, хуй, женаля, блять. Нет, прическа не похожа. Ну, кстати! Может быть и хороший. Наверное, хорошо.
В доме захотелось. Блядь, это ужас, это просто ужас, как так получилось, я не знаю, это кошмар, мы 8-3 шли, 8-3 и 4 раза проиграли, ну мы сами видели, просто киберспортсмены, вот в 4 последних катках мне попались 2 шведа с пингом 0, которые я просто ничего не мог сделать, я нажимаю там, пытаясь развернуться, он уже вокруг меня 3 раза бежит, потому что у него... Просто нулевой коннект. Кто играл в FIFA онлайн, тот меня поймет. Просто против шведов нереальная игра. Просто нереально. Задроты, ну и в последнем матче... Ну, в последнем матче Роуфл, конечно, получился. Там, конечно, соперник не прям сильный был, но не слабый. И мы тоже проиграли. Короче, даже 9 побед не получилось. Ладно. Впереди еще бездонатная Weekend League. А на бездонатной Weekend League мы запотеем конкретно. Поэтому... Ждите без донат. Лайки, подписки. Увидимся.